Ребят, всем привет, с вами снова Дукит, канал World of Games, и мы сегодня с вами опять будем записывать еще раз видео по поводу капчи на Epic Games. Я уже делал обзор по данному видео, как надо проходить, но я так понимаю, некоторые пишут, что капча поменялась. Мы сейчас с вами посмотрим, что же здесь изменилось у них в их капче, насколько она сложная, ребят. Надеюсь, видео будет не очень долгим и полезным. Давайте посмотрим. Вот я сейчас решил перезайти, и тут мне пишут этот вопрос. Вопрос с картинкой. Этот вопрос предназначен для того, чтобы проверить, являетесь ли вы человеком, чтобы предотвратить автоматическую рассылку спама. Ну что ж, давайте начнем проверить. Так, ну что же мы видим? Лягушки. Ну давайте пробовать. Так. Так, с первого у нас не получилось, но давайте дальше. Так, выбираем лягушку. Так. Да, кстати, реально капча у нас походу. Так. А, нам надо по ходу расположения, ребят. То есть мы выбираем сейчас вот эту лягушку. Так, да. Вот у нас одна выполнена. Так, расположение. Потом что нам должны выбрать? Как она у нас дальше будет? То есть она у нас. Так, выбираем эту лягушку. Так. А, нам надо, я так понимаю, угадать, ребят. Так, расположение угадать. Как она, так, я так понимаю, как она должна перемещаться, что ли, в правильном положении. Так, коснись изображения с правильным расположением наверху. А, все, понял, ребят. Нам надо правильно нажать, как она расположена. То есть лягушка у нас должна быть вот так. По сути, должна быть вот так. И что мы видим? Так, вроде правильно. А теперь расположение должно быть вот так, ребят. Вот видите, да? Два раза, правильно. То есть она у нас, по сути, должна быть... как вам сказать? Давайте еще раз попробую. Покажу я вам еще раз смысл данной капчи. Я все-таки немножечко понял, как, что они хотят иметь в виду. Так, сбрасываем. Так, проверить. Так, смотрите, правильно положение лягушки, ребят, это вот она. Видите, она у нас в горизонтальном положении. Нажимаем на нее, то есть мы угадали. Следующее расположение, ребят, будет у нас опять же в горизонтальном, чтобы она у нас, ребят, стояла как то есть как есть ровно, и чтобы, ну, в обычной позе, как, ну, и вживую, то есть в плане, где она там скачет, прыгает. То есть вот положение у нас будет ровно вот это. Вот, видите, да, мы угадали. Два раза мы угадали. Вы понимаете смысл, да? Давайте еще раз, дабы закрепить нам вот это все дело. Сейчас, давайте, сейчас я сброшу. Так, смотрите. Проверить. Вот, правильное расположение, ребят, это вот оно. Нажимаем. Выполнено. То есть мы сделали правильно. Следующее расположение будет правильно, это вот это. То есть, понимаете, вот. А следующее расположение реально будет вот это. То бишь, следующее расположение будет вот здесь. Так что, ребят, давайте еще раз я это сделаю, чтобы нам было до конца понятно. То есть, мы выбираем расположение горизонтально, то есть, вот как она сидит, как и должна сидеть, нажимаем, вот нажимаем ее, все, мы выполнили, извиняюсь, ребят. И следующее будет расположение у нас вот это, ребят. Видите, да? То есть, она находится у нас... ни там, ни сверху вниз, ни перевернуто как-то, не вот так она должна быть, не вот так она должна быть, не вот так, не вот так, не вот так, а именно вот так, то есть прямо, понимаете, да? Ну, надеюсь, это видео помогло тем, кто, опять же, не может зайти в свой аккаунт Epic Games, ребят. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, потому что, как бы, снимаю видео для вас. Вот, ребят, всем пока, с вами был Дукит, канал World of Games, не забываем писать также, может быть, по какому определенному нам моменту надо снять видео, может быть, какие-то есть сложности каких-то, либо там, таких же наподобие, как зайти, или что-то у вас не получается, скидывайте мне, пожалуйста, в комментариях, будем разбираться, смотреть, делать видео. Ребят, ну что же, я с вами прощаюсь, с вами был Дукит, канал World of Games, желаю вам счастья, здоровья, успехов в личной жизни, и всем, ребят, покедова!